В результате проверки выявлено нарушение лицензионных требований, по результатам которой прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, в ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся непроведения текущего ремонта в ряде многоквартирных домов. Кроме того, по результатам проверки в адрес управляющих организаций внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящий момент ряд представлений рассмотрены и удовлетворены, ряд находится на рассмотрении. Те жилищные организации, которые представления рассмотрели и удовлетворили, в многоквартирных домах провели текущий ремонт.